Вітаю, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. І у нас сьогодні незвичайний гість, можна сказати. Капітан військово-морських сил Сполучених Штатів, капітан першого рангу у відставці Гаррі Табах. Гаррі Юрій Табах народився в СРСР у Москві в сім'ї лікарів. 1976 року з родиною емігрував до США. Там вивчився на фармацевта, а також здобув військову освіту. Спершу кілька років працював медиком у ВМС Сполучених Штатів, а потім став морським офіцером, першим кадровим офіцером Збройних сил США з числа колишніх радянських громадян. Стаж військової служби – 26 років. Також працював на військово-дипломатичній службі у різних країнах світу – в Росії, Грузії, Казахстані, Польщі. Керував Міжнародним антитерористичним центром НАТО у Туреччині. Очолював штаб військової місії зв'язку НАТО у Москві. У ВМС США зараз служить його донька і племінник. Привітаю вас, Гаррі. Ну, ми зразу домовилися, що краще говорити російською мовою, тому що пан Гаррі ще не володів українською, але, я так розумію, починає над цим працювати. Візит Владимира Зеленского, нового, относительно нового президента Украины, все-таки состоится в США, судя по всему. По крайней мере, сам лично Дональд Трамп подтвердил этот факт. И, скорее всего, хотя не 100%, но в Вашингтоне не встретится, не где-то там в кулуарах, на ногах, как некоторые украинские политики ловили Трампа, извините, возле туалета, состоится, судя по всему, полноценная встреча Зеленского и Трампа. На ваш взгляд, что можно от нее ожидать? Я не знаю, я сразу скажу, что я не предсказатель, я не аналитик какой-то там и не эксперт, как многие думают, не политолог. Я не могу предсказывать, потом быть точно, не точно наоборот, а потом снова предсказывать, потому что я больше такой человек, как артиллерист. Если мы стреляем, то, знаете, стрелять в точку, чтобы потом не стреляться, потому что ты такой мазила, как в основном все политологи и аналитики, и эксперты. Я просто человек, который имеет кое-какой опыт в вооруженных силах. И так как я был в дипломатическом корпусе последние годы своей службы, немножко вот в дипломатии, в политике могу. Я думаю, он не просто пригласил президента. Трамп не просто пригласил Зеленского, он его пригласил сразу после того, как Зеленского выбрали в президент. И он его пригласил не просто в Вашингтон, он его пригласил к себе домой, что Трамп делает исключительно редко. Трамп не человек вот любезностей. И он не человек протокола, как мы уже понимаем. Да? Он не человек, который работает на публику, в смысле на журналистов, чтобы ублажать журналистов, как бы сказать. Поэтому, я думаю, это такой очень специфический акт со стороны Трампа. И я надеюсь, я не знаю, что произойдет. Может быть, они и подерутся в Белом доме и начнут бить посуду там и какую-нибудь статую ударят друг другу. Но я не думаю. Я надеюсь, что этого не будет. Я надеюсь, что наоборот, они понравятся друг другу, так как они оба необыкновенные политики, нестандартные. Несистемные, да. Они оба любят пошутить, иногда удачно, иногда не очень. В политике шутить нельзя, потому что это сразу все воспринимают, начинают это выдавать как серьезное что-то. Оба они имеют такую привычку. У обоих очень красивые молодые жены. У них, поэтому я надеюсь, что они друг другу понравятся. Они такие расслабленные два пацана. Вот даже так. Гаррі, ну от проводять постійно аналогії, як Сполучені Штати відреагували на агресію Росії проти України, Донбас, Крим наш при президенті Баракі Обамі, Нобелівському лауреаті. За мир. Да, і тепер при Трампі. При тому, що риторика Обами і Трампа в отношении, наприклад, Владимира Путіна, о ньому ми, звісно, теж поговоримо, різна. Звісно. Обама-Трамп. Обама, вы имеете в виду, какая разница между Обамой и Трампом? В отношении Украины. Смотрите, это все, конечно, играет роль, кто такой Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович Путин – это КГБшник, КГБист, чему учили, так он себя ведет. Он смотрит, так же делал и Гитлер, так же делал и Сталин, они чуть-чуть пробуют. Забрал чуть-чуть Чехословакии, никто ничего не сказал. Отправил евреев обратно в Германию, никто ничего не сказал. Начал убивать, никто ничего не говорит. Он продолжает дальше делать. Чуть-чуть Финляндии взяли, все молчат. По-моему, хотя Финляндия огрызнулась хорошо. Огрызнулась, Сталину. Но все равно отдала часть. И сказали, что моральные санкции против Сталина. Или моральные. Очень, наверное, Сталин пострадал от этого, потому что моральные санкции против него ввели. За Финляндию. Прибалтику чуть-чуть то же самое происходит. Отхватили, напали на Грузию. Сейчас уже о Путине речь. Да, и тут
Обама становится президентом и присылает Клинтон с кнопкой перезагрузки. Хиллари. Да, все. Ну, нету Грузии. Ничего страшного. Ах, ничего страшного, давайте работать над следующим. Следующий был у нас Крым. Да? Крым опять, Обама уже что-то возмущался, но поздно. Летального оружия не дал. Большей помощи не дал. Опять моральные такое вот санкции вел, моральные. И, наверное, Владимир Владимирович Путин тоже много сна потерял, потому что моральные санкции против него были введены. А Трамп сразу выдал, как его же обвиняют, что он друг Путина. Вот я хочу сказать, что другом он его не может быть, потому что вот как раз у него больше общего с Зеленским, чем с Путиным. Трамп явно на стороне Украины и против Путина. Потому что, да, он может говорить одно и говорить, я классный парень, хлопать его по плечу и все остальное. Но надо смотреть на дела, какие дела он делает. А дела он делает... Знаете, товарищ Сталин тоже орден Ленина давал перед расстрелом. Поэтому у каждого есть свой стиль работы. Вы в одном из интервью, если пресса не врет и правильно вас цитирует, назвали Трампа бесстрашным, а Путина, ваша цитата, трусом. Да? Ну, наверное, да. Но обычно пресса и разведка врут. Вы сказали, нынешний президент США не боится ни прессы, ни представителей левых сил, ни Конгресса. Трамп вообще ничего не боится, по вашему мнению, Гарри. Может, это не очень умно, но президент США действует бесстрашно, тогда как Путин сам по себе трус. Конец цитаты. Согласны? Да, все правильно. Да. Почему Путин трус, по вашему мнению? Я не знаю, почему он трус. Может быть, у него было тяжелое детство. Может быть... Люди, которые работают в органах КГБ, они сами по себе вообще-то трусоватые. Это всегда, когда в таких организациях ты работаешь, ты хочешь себя утвердить. Их никогда ты не увидишь ни в спецназе, ни в десанте, ни в морской пехоте. Это такие люди, они больше за кулисами действуют и больше за счет других, за чужой счет как бы. А Трамп, да, он такой, он бесстрашный, много раз был банкротом, опять становился. И Трамп стал президентом, в отличие от всех остальных, он стал президентом, не взяв ни у кого деньги. Поэтому он никому денег не должен, поэтому он так себя и ведет. Лоббисты на него не могут давить. Он денег не брал у них на выборы. А Путин, он зависит очень много от всех, и он зависит от мирового общества. Он все время хотел быть... частью вот этой тусовки с Макроном, с Меркель, с Обамой, а его не принимали. Его не принимали, и вот он с такими наполеонскими комплексами стал такой человек, так себя ведет. Но это все показывает неуверенность в себе. Неуверенность в себе, а когда человек не уверен в себе, он трусоват. Я просто считаю, что с Путиным на сегодняшний день компромисса никакого ты не найдешь. Он человек больной. Он зараженный властью, зараженный у него же, ну, как у любого другого диктатора. Он уже ездит со своим стаканчиком на большую двадцатку. Это все паранойя, это видно. И он нарушает все договоренности. Ну, я надеюсь, что со следующим, может быть, можно будет говорить. Или еще с кем-то в его власти можно будет говорить, может быть, за кулисами. Переговоры всегда. И у нас идут переговоры с Ираном. Закулисные, но идут. С Ким Чен Ыном. С Ким Чен Ыном идут переговоры. Какая бы ни... Россия останется, может быть, в другой форме. Может, она развалится, и какая-то будет другая Россия, не сегодняшняя. Надеюсь, что с Украиной это не произойдет. Она останется монолитной. Но договариваться надо будет, конечно, надо будет. И никуда Путин, вы считаете, довольно шаткое его положение, да? Я не только то, что оно его шаткое положение, я считаю, что он уже в возрасте человек. Ты никуда не денешь, ты Трамп против природы. Трамп на 6 лет его старше Путина. Трамп не у власти 20 лет, и Трамп через 5 лет он уйдет, а этот через 5 лет уйдет или нет? Но я думаю, что я сказал, что он скоро уйдет в историческом понятии, что, смотря на историю, это он все равно маленький период еще пробудет у власти, и конечно, это зависит от российского населения, даже сейчас, сегодняшний день не могу сказать, что народ, но население все равно зависит от него, но сколько он там пробудет. Гарри, опять эти исторические аналогии, вы сами стали их сейчас приводить в нашем эфире. Эпоха Гитлера, когда был полный расцвет, да, Судеты, Чехословакия, Аншлюс, Австрии, все Запад навстречу, Чемберлен, я привез мир в Лондоне. Да. И чем войну. Это закончилось? Второй мировой войной. Да. Вот. Сейчас нет такого умиротворения со стороны Запада.
не Гитлера, конечно, а Владимира Путина? Я думаю, что, опять же, Запад, я не знаю, что вы подразумеваете. Прежде всего, давайте Европа. Европа, Европа останется Европой. Европа, Макрон, она, Меркель. Она старая Европа, и она практикует самую древнюю профессию в мире. Вы, может, журналистика, может, еще какая, я не знаю. Но Европа остается Европой. Когда Трамп же сказал, что нет Северного потока, а Меркель за Северный поток, сегодня, по-моему, где-то в Дании произошло недавно 2 теракта. Почему? Потому что Дания против, единственная страна против Северного потока. Это совпадение. Я не верю в совпадение, как человек, который ходил в дозор, я не верю в совпадение. А Европа остается Европой. Да? И вот Трамп настаивает, на чтобы НАТО платила свою долю, и все, а Меркель настаивает на Северный поток, и чтобы Америка защищала ее от плохого этого дядьки. Ну как это назвать? Понимаете, это когда Германия хочет и туда, и сюда, и чтобы денег заработать, а чтобы вот с тем, с кем она спит и платит эти деньги, чтобы ее от этого бандита защищал кто-то другой. Это Европа. Америка, нет, Америка, конечно, настораживается. Но почему настораживается Америка? Потому что, и что Европа игнорирует? Потому что Россия спонсирует терроризм. Россия спонсирует нашего огромного, ну, самого, наверное, большого врага, Иран. Помогает ей создать ядерное оружие. Спонсирует Хамас, Хазболу. Тех, кого Россия не признает террористическими организациями, весь мир признает, включая ООН. Талибан России признает террористическую организацию, но не преминула встретиться в Москве. Ничего страшного, да. Поэтому Америка, мы на это больше реагируем, что Россия создает проблемы. Проблемы для нас и для мира. Сегодня Россия создала катастрофу, экологическую катастрофу, может быть, даже похлеще, чем Чернобыль. Сейчас еще непонятно, но... Вот этот взрыв? Не только взрыв, но, во-первых, это ядерные взрывы. Ядерные постоянно, уже второй за сколько, за месяц. Леса сгорели, огромные леса сгорели. Это Сибирь сгорела, это огромно. А почему сгорело? Это что вы думаете, американцы идиоты, что они не понимают, что кто-то там спер лес, продал Китаю, потом поджег, а контролировать не смог. Это все понимают американцы. А это огромный экологический эффект на Земле будет. Может быть, не в этом году, может быть, на следующем. Хотя потопы уже начались в России. И поэтому, и да, и с ядерным оружием, и то, что они постоянно изобретают оружие, постоянно у них какие-то катастрофы с этим случаются, то падает, то взрывается, то еще что-то. Это, вот у меня цитаты, я часто говорил, что мы не боимся вот этих всех союз мультфильмов, что Владимир Владимирович показывает, как ракеты. Да, вот эти все. Да. Мы боимся, что они начнут это правда делать и что-то взорвут у себя. Ракеты с ядерной силовой установкой. Что произошло? Что и произошло. Субмарины. Вот это, да, то, что он показывал, вот это и произошло. Поэтому вот это страшно, что может произойти. И вот из-за этого, я думаю, Америка очень переживает и устраивает. А Украина и там ее отношения с Россией, Америка тоже, и Трамп это тоже понимает, но мы все время пытаемся сказать, что вы не в нашем огороде. Вы в огороде Европы. Европа должна что-то делать. Она что-то должна делать. Не может быть еще одна Югославия, когда они подходили к американскому посольству, к американскому, ни к какому другому, ни к российскому, ни к канадскому, к американскому, и складывали трупы детей. И говорили, где американцы, где американцы? А где остальная Европа? Поэтому, когда вы аналогию проводите со Второй мировой войны, Европа, в конце концов, ну, должна она принимать какую-то ответственность за свои действия. Наша же первоначальная... Отцы, основатели, почему сделали Америку Америкой? Они сказали, Европа пусть вот остается Европой, пусть они вот делают и убивают там друга сколько хотят, а мы... Доктрина Монро, так? Да, а нас не трогают, мы отдельно. И только вот в Первую мировую войну еле-еле мы вошли, потому что мы не хотели вмешиваться так, в европейские дела. Так может и сейчас такая политика Дональда Трампа, нет, которого так позитивно оцениваете? Она чуть-чуть другая, потому что сегодня мир совершенно другой. Сегодня она другая, но Трамп, да, Трамп говорит, он и выиграл выборы на том, что он говорил, что Америка в первую очередь. Я волнуюсь о Америке в первую очередь. А все остальное уже второстепенное. И при этом поддержит Украину, как вы утверждаете. Поддержит, да, но он не говорит, что он будет игнорировать весь мир. Угу. И опять же, но в первую очередь это как отразится на Америке.
Он будет делать только то, что лучше для Америки. А если для Америки лучше, чтобы Украина была свободной, независимой страной со свободной капиталистической экономикой, с которой мы сможем торговать, дружить, изобретать вместе, как с Японией, как с Германией, как с Южной Кореей, то почему нет? Это выгодно Америке, чтобы Украина была процветающая страна. Гарри, Зеленский, Трамп. Продолжим вот эту аналогию. Оставим в покое Владимира Путина. Много схожего вы утверждаете, несмотря на отличие в возрасте, политическом опыте. У Зеленского его почти нет пока опыта. Хотя и у Трампа же не было до президентства. Никакого опыта не было. Почему вы видите близость этих двух политиков уже? Ну, я сказал, что я, опять же, я не предсказатель и не аналитик какой-то. Я просто думаю, что они не политики, которые стали президентами страны. Их поддерживает народ, который работящий народ. Не пятая колонна в Америке не поддерживает Трампа, не пятая колонна в Украине не поддерживает Зеленского. И они нестандартные, они оба любят шутить. Опять же, удачно, неудачно, это каждому по-своему, каждый по-своему это принимает. Они оба бизнесмена, они оба имеют, я думаю, одни и те же ценности. Я не говорю, что они похожи чем-то, они просто имеют одни и те же ценности. И они оба говорят одно. Трамп говорит, в первую очередь, и самое главное для меня, это Америка. А Зеленский, я слышал, что он тоже говорил несколько раз, самое главное для него, самое главное... Люди, украинцы, каждый из вас президент, Украина. Помните? Да, он говорит, Владимира. Украина, повесьте портреты своих детей, не вешайте меня. Это такие трамповские манеры. И я еще заметил, я не знаю, может быть, я прав, может быть, я не прав, вернемся к Путину. Отношения с Путиным примерно одинаковые. Понимаете, Путин что? У Путина же какая схема? Он говорит, я же хочу мира, как вот Гитлер говорит, я же мира хочу. А он говорит, Путин говорит, я же мира хочу, а вот они не дают мир. Вот как он говорит, Гитлер говорил, я же мир хочу, а вот евреи не дают, я же против войны. И Путин то же самое, он говорит, я хочу с ними сесть за стол переговоров, а они со мной не садятся. А почему они не садятся? Они садятся с тобой переговаривать, без толку. С тобой садишься, а потом ты врешь, потом ты обманываешь. И поэтому Трамп говорит, да-да-да, надо вести с тобой переговоры. Да-да-да, он хороший парень, с ним надо найти общий язык. Но с ним не садится за стол переговоров. Ни разу с тех пор, да, как началась... Трамп-Путин. Трамп-Путин. И вот я заметил, что Зеленский тоже говорит, да, надо договориться, да, надо находить компромисс, да, надо то, да, надо все. Но до сих пор он не сел с ним за стол переговоров, кроме того, что он ему позвонил, и Путин ответил телефон, что означает, чтобы если бы я позвонил, Путин не ответил телефон. А если Зеленский позвонил, и он ответил телефон, значит, ему позвонил другой президент. Поэтому таким образом он признал Зеленского президентом, хотя он его не поздравил. У нас еще есть несколько минут, Гарри. А вы в России в последнее время бываете? Нет, я не въездной в России. Не пускаю даже. Можно сказать, подсанкционный, да? Да, я... Как вам Украина? Как вам Украина? Мне нравится Украина. Я знаю, что многие украинцы со мной не согласятся и будут со мной спорить. Но я считаю, что Украина идет зигзагами, шаг назад, два шага вперед, но идет в правильном направлении. Я считаю, что Украина на сегодняшний день смогла устроить третий Майдан, но уже цивилизованно на выборах. Я считаю, что Украина смогла сделать огромную вещь. Это сменить не только мирным способом президента, что очень важно в такой ситуации, но смогла сменить целую эпоху людей у власти. И россияне, которые еще имеют какое-то уважение к себе, это видят, и поэтому мы видим вот эти протесты в России, потому что им обидно, да, вот вы такие тупые, ленивые смогли, а они вот такие молодцы никак не могут даже зарегистрироваться на выборы в Мосгордуму, которая никакой роли не играет вообще. Поэтому я считаю, что украинцы сделали. И я знаю, что опять многие со мной будут не согласны, но я вижу, что идет много строительства в стране. Если много строительства идет, то экономика растет. Вот я сюда приехал 5 лет тому назад, и я видел, как все стояло, все остановилось. А сейчас везде идет строительство, страна поднимается, экономика растет, власть меняется. И это значит, что демократические институты здесь функционируют. Поэтому мне здесь нравится.
При всех проблемах, которые были и остаются в Украине, кроме, собственно, конечно, развязанной Россией войны, коррупция та же, власть олигархии, одно из несомненных, пусть немногих, достижений – уровень вооруженных сил Украины. Несравнимо, что было ранее, конечно, при Януковиче. Согласны? Да. Вы следите за этим? Абсолютно. Это совершенно другая армия. Но для этой армии еще много что надо проделать. Армия – это тоже живое такое существо, которое постоянно должно усовершенствовать себя. Оно не может стоять на месте. Если оно стоит на месте, оно деградируется. Поэтому еще очень много для украинской армии нужно делать. И она это делает. Немножко медленно, где-то плохо, где-то хорошо. Где-то страдает из-за коррупции, где-то страдает из-за патриотизма, угас немного. Но в сравнении, что было и что есть, конечно, несравнимо. Несравнимо и в вооружении, и в воспитании, и то, что меняется, да, подходит все ближе, ближе к натовским стандартам. Вы же общаетесь, а с украинским общаетесь. Да, я стараюсь общаться. Те, кто со мной хочет общаться, то с теми я общаюсь, конечно. Можно даже сказать, помощь такую оказываете? Я стараюсь, я готов оказать любую помощь, потому что я просто люблю солдат. Я знаю одно, что я верю в это, что Украина на правильном пути, и Украина будет процветать. И чем больше ей трудностей будут создавать, тем быстрее она так станет. Я всегда сравниваю Украину с Израилем, и чем больше на вас давление, тем лучше вы работаете, тем лучше вы сопротивляетесь. Многие в Украине приводят пример Израиля, который более 70 лет, 47-го года, в таком дружественном, в кавычках, окружении, держит себя, хотя ресурсов у него, мягко говоря, не очень много в сравнении с противником. И многие критики Украины, скептики говорят, что вот Украина как раз не умеет так. Почему не умеет? Украина, почему она не умеет? Довольно-таки умеет. Вы уже, опять же, у вас есть очень такие серьезные показатели. Израиль я помню Израиль, когда там уровень жизни был очень низкий, и трудно было Израиль отличить от любой другой арабской страны. Так как там все-таки были американские ценности, они их разделяли с нами, как и Украина сегодня, там стало процветать, там стали приезжать мозги. И только потому, и они говорят, это хорошо, что у нас не было ни золота, ни нефти, это заставляло нас думать и заставляло придумывать, как выживать по-другому. И я сегодня вижу, в Украине происходит то же самое. Это не произойдет за один вечер, что сегодня вы уснули, а завтра вы в богатом Израиле оказались. Нет, это занимает какое-то время, и у Америки это заняло, и Украины. Украина, наконец-то, я считаю, добилась независимости и свободы. И теперь то, что она из нее сделает, то она и получит. А до этого у Украины не было полной свободы. Поэтому, когда нет полной свободы, это очень тяжело. Может быть, более комфортно, но результат не тот. На правильной дороге Украина. Я считаю, что да, и я надеюсь, что при моей жизни я увижу Украину процветающей, богатой и правомерной, правильно я сказал, правомерной страной. Да, правовым государством. Правовым государством, да. Полном понимании этом. Правовым государством. Гарри, я вам очень благодарен. Спасибо что вы к нам пришли. Спасибо. Рад был с вами побеседовать. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы мне дали говорить по-российски, потому что когда говорят по-русски, когда говорят по-украински, вас слышат только украинцы, а украинцы уже знают, что здесь происходит. А когда по-русски говорят, то уже все остальные тоже слышат из Украины и понимают, что происходит в Украине, слушают украинскую часть. Учите украинский язык, Гарри. Лучше вы английский. Это само собой, это обязательно. Я очень благодарен Гарри Табаху. Капитану першого рангу Військово-морських сил Сполучених Штатів у відставці, гостеві студії Радіо Свобода. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. До зустрічі, друзі, наступного тижня.